В Бурятии запустили акцию «ЕР помогает». Партия власти отправляет сухпайки малоимущим, сиротам и многодетным семьям в села республики. Сегодня очередная партия гуманитарного груза отправится в Кяхтинский, Кабанский и Иволгинский районы. Везем продуктовые наборы малоимущим. Вот привезем в район, будем развозить, раздавать все это. Большой груз? Ну, 65 коробок. Спасибо всем. У нас хватает малоимущих. Ну все, пока. В сельские районы уже отправили почти 10 тонн продуктов. Планируется, что такую поддержку в Бурятии получат более 2000 семей.